Байкальские нерпы, остров Чайка, кристально-прозрачный лед самого глубокого озера на планете. Эти уникальные природные явления захватывают дух не только в жизни, но и на фотографиях. Чтобы прикоснуться к этому миру, больше не нужно 6 часов лететь на самолете. Достаточно приехать в аэропорт Шереметьево. Именно там расположилась выставка фотографий Байкала. Мы хотим искренне поблагодарить фотографов, которые смогли увидеть и передать нам все величие Байкала в своих работах. Также хотелось бы отметить, что это фотографы со всей страны, и у некоторых из них более миллиона подписчиков. Поэтому мы всех приглашаем в нашу гостеприимную Иркутскую область насладиться теми эмоциями, которые может дать озеро Байкал. Над выставкой работали 7 фотографов. 4 из них специально приехали на Байкал, чтобы запечатлеть красоту местной природы. Экспозицию можно найти в терминале Б, возле выхода на многоуровневый паркинг. На выставке представлено 20 фотографий, но, конечно же, они не могут передать всю красоту и многогранность Байкала. Чтобы поближе познакомиться с творчеством фотографов, достаточно просто сосканировать QR-код и перейти в Instagram автора. Там вас ждет еще больше фото и видео. На фотографиях представлены самые выдающиеся достопримечательности Байкала. Одна из них – Кругобайкальская железная дорога. Чтобы проложить железную дорогу в скалах, приходилось каждые 100 метров что-то взрывать, достраивать, перестраивать. Всего протяженность ее 280 километров. И на эти 280 километров приходится порядка 400 сооружений. Это акведуки, это мосты, это какие-то туннели. То есть каждый километр надо было что-то строить или взрывать. По мнению журнала National Geographic, Кругобайкальская железная дорога включена в 5 самых интересных мест для посещения в мире. Выставка открыта для всех желающих и будет работать в течение месяца.